что Ростова нет на карте. Мозги не парьте, не там ищешь. Знаешь, мы намного выше, слышишь? Ну, я думаю, два разных тайма. В первом тайме Ростов был активнее, был, выглядел предпочтительнее за счет подборов, доигровок. Второй тайм, я думаю, мы выровняли игру. Но в целом результат закономерен. По пенальти могу сказать, то, что, наверное, там, в принципе, можно было не назначать. Я посмотрел повтор, там сначала в живот попадает, потом в руку, но руки были, в принципе, при мне, как бы. Ну, ладно, это они так расценили. Если бы закончился другой бы результат, я был бы больше зол. Так что, ну, ладно. Судья сказал, что был в пенальти. Ну, не знаю, я с ними согласен. Ну, мы проигрывали, нас счет не устраивал, надо было отыгрываться. И мы шли вперед, чтобы забить гол, что и получилось. Второй тайм, наверное, у нас получился лучше, наверное, чем первый. А так, в принципе, тоже игра равная была. У них были моменты хорошие, и у нас были моменты хорошие. Ну, можно сказать, не знаю, ничья закономерная.
Ну, Джанаев только приехал из Германии, пока говорить о его травме преждевременно. Ну, сейчас надо отдохнуть, пару дней отдыха дали. И потом подготовиться к следующей игре. И все-таки надо уже выигрывать, набирать очки и подниматься в турнирной таблице.